трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госавтоинспекция назвала 16 самых аварийных пешеходных переходов в Кирове по итогам прошлого года. Вот некоторые из них. Переход на улице Карла Маркса рядом с бывшим магазином «Океан». Там в 2016-м травмы получили 4 пешехода. Переход у перекрестка Карла Маркса и Красноармейской. Двое пострадавших. Зебра вблизи пересечения улиц Лепси и Большего. Один погибший, один пострадавший. Улица Щерса напротив ТЦ «Время простора». Один погиб, трое раненых. Всего, по данным ГИБДД, в прошлом году под колесами авто в областном центре погибли 10 пешеходов. Трасса 101. В ближайшее время в России могут начать внедрять автомобильные регистрационные знаки нового европейского образца. Как сообщает газета «Ру», они будут содержать 4 буквы, 4 цифры, надпись «РУС» и изображение флага нашего государства. Причина смены номеров – нехватка в некоторых регионах знаков существующего формата. Трасса 101. По данным русского автомотоклуба, специализирующегося на помощи водителям, которые находятся в пути, каждый четвертый автомобилист в нашей стране покупает диагностическую карту без какого-либо осмотра своего транспортного средства. Делается это либо дистанционно, либо при непосредственном визите на станцию ТО. Это, по мнению организации, не пройдет бесследно. Уже в скором времени произойдет всплеск аварий по причине технических неисправностей авто. Трасса 101. Регионы не должны прогнозировать, сколько денег поступит в бюджет от штрафов за нарушение ПДД. Соответствующей позиции придерживается Министерство внутренних дел. В ведомстве считают, что такой подход ведет к возвращению якобы отмененной ранее палочной системы, которая предусматривает строгую реализацию намеченного плана по штрафам. Исполнить его, подчеркивают в МВД, невозможно в силу субъективных причин. Одну из самых убитых кировских улиц, а может быть и самую убитую, Комсомольскую, от ЖД вокзала в сторону потребкооперации, начали ремонтировать. Там не только уложат новый асфальт, но и переделают коммуникации, что вызвано строительством путепровода. В связи с этим участок Комсомольской от вокзала до улицы Пугачева будет закрыт для движения транспорта на месяц до 10 октября. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.